Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. В последней серии мы погибли и попали в ад. Что тут делать? Как? Что? У нас какая-то винтовка, блин. Какая-то Первая мировая война идет. Какие-то фрицы. Какие-то... Так, тут у меня тьмы нет. Ну, видимо, потому что мы, вопреки ее желанию, покончили с собой, когда этот гандон Поле убил нашу девушку Дженни. Видимо, поэтому тьма на нас оскорбилась. Маузер. А, нет, тьма с нами. Понятно. Взять рука демона. Так, а ты, если это то, что я думаю, то это прекрасно. Да-да-да. Это, по-моему, оно. То есть источники света можно будет, нажимая R1, вырубать. Ну ладно, исчезай уже. Ох, ни хрена себе. Что это проехал такое? Так, ну-ка. Подожди. Ну вот я ее поставил. Может, не так надо? Так, подожди. Что такое? Может, мне не туда нужно? Может, мне... Вот эту лампочку нужно потушить. Какого хрена? Что происходит? Так, не понял. Не понял. Блин, я, честно говоря, не понимаю, что происходит, что мне делать. Возможно, мне нужно вот это нажать. Или выключить сначала вот этот свет. Да, точно. То есть только в темноте работает. Но все равно полезно. Ой. Откуда ты взялся? Жрать сердце этого непонятного зомби-фашиста. Да, отлично. Теперь все станет намного проще. Так, я думал, это можно как-то взять. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Так, хорошо. Что дальше? Руки-то. Такой же косой, как я. Это что за хрень? А, понятно это. Если это что за шняга? Какой-то пипец творится. Да, очень удобная штука. Твою мать! Еще самолетов не хватало. Нам сюда? Нет, нам, похоже, не сюда. Вы нашли темного камикадзе. Так, L1 и кружок. Ну, нормально, ладно. Нам пригодится, когда мы вернемся в реальный мир. Так, подожди. А, что-то у меня
по второму разу не вызывал скинокадзе, я хотел взорвать. Ну ладно, в принципе получилось нормально. Но что не берешься? Ты мне хочет. А вот отсюда хочешь, понятно? Как-то это все очень странно, надо сказать. Не могу сказать, что мне это сильно нравится. Пока что меня торкало именно из-за вот этих вот разборок итальянских семей. И на их фоне очень необычно смотрелась вся эта потусторонняя хрень. Но то, что вот тут творится, это... Не знаю, это, по-моему, странно. Тихо. Откуда? Ой, откуда ты взялся? Что-то я как тебя провтыкал. Может, ты сверху спрыгнул у меня за спиной? Или, может, тебя просто не заметил? Ладно, не важно. Ладно, винтовка хотя бы хорошая. Я уже более-менее не приучился стрелять. Так что ладно. Справляемся, короче говоря. Эй, ты... То есть вы еще и встаете, что ли? Не понял, честно говоря. Почему он встал? Я его убил. То есть уже рэкдолл включился. Видимо, мне нужно вырывать им сердца, чтобы они не ожили. Такая у меня безумная идея. Да, опять смотри, встает. Ой, блин, давай только не вовремя так. Так, быстро, надо твое сердце взять. Теперь-то вы, надеюсь, не встанете? Вроде не встают, да? Так, ладно. Какой-то... Ну... Бред, не бред, но непонятно, по крайней мере, что происходит. С одной стороны, неплохо, но я, честно говоря, совершенно не этого ожидал от игры. И вот этих моментов я вообще не помню. Ладно. Надо быстренько, пока он там не встал. Смотрю, уже встает. То есть ад, по их мнению, это вечная война. Ну или один из кругов ада. Так, еще понимать, куда идти. А, тут я, по-моему, был, потому что труп лежит. Тихо. Это что там такое? Блин. Как мне туда попасть? Нет. Возможно, вообще не сюда. Что-то я заблудился, блин, в этом аду. По-моему, вот тут вот я везде был, то есть убивал людей. Может, не туда куда-то надо идти? А, да, вон там какая-то статуя стоит, которую я видел в бинокль. Пестилинс. Чума. Всадники апокалипсиса, что ли? Ой. Взяли новую вещь какую-то. Тебя убить можно? Думаю, нет. Ох, как она сушит.
быстро, пока не встали. Не то, что сложно. Ох, какая бездна там окровавленная. Да. Неприятный парень, чума. Хера. Офигеть. Так, братюнь, вылезай. Мне, пожалуй, твоя помощь понадобится. Канон. То есть не канон, а кэнон, пушка. Переводчики над мозги. Ладно, спасибо, в принципе, пиратам за хотя бы такой перевод, потому что официального перевода вообще не существует. Так, очередной зомби. Канон, помогай, мать твою, за ногу. Чуть-чуть начинает скакать фреймрейт, и все, целиться уже становится натурально очень неудобно. Так, нам, видимо, все-таки не сюда. Винтовка, кстати, хорошая. Мне она очень нравится. Убивает всех с одного выстрела. И довольно-таки дальнобойная. То есть разброса особого нет. Это меня радует. Так, куда это мы пришли? Хрен там ночевал. Кто это там такой? Толку в этом, конечно, немного, потому что он сейчас все равно оживет. Да? Оживешь? Ася в мозг. Да. Так, что же мне тут тогда делать? Смотри, тут тупик. Может, мне камикадзе призвать сюда? Или может мне... вот так... Пройдешь, нет, внутрь. Хоть сердце возьми. Не хочет. И жрать не хочет. Так, ну-ка, подожди-ка. Где-то у нас корни росли. Что-то и корней поблизости нет. Видимо, все-таки насчет камикадзе я ошибаюсь. И надо натурально этой змеей пройти. Затрудняюсь ответить. Короче, нужно проползти и открыть дверь с другой стороны. Поперли. Так, хорошо, ладно. Ай. Это оно похоже. Так, вас двое вроде. Ой-ой-ой, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Да бляха, муха. Чуть не убил. Уф. Да, это было опасно. Так, там у нас, я так понимаю, тот доходяг лежит. Да. Смотри, кстати говоря, похоже, если в голову стреляешь, то они не встают. Обгоревший парень. Ладно, пока что у меня единственное желание — это выбраться отсюда. Мне не очень нравится в местном аду. Ну да ладно. Так, ну отсюда пришел. Эта дверь у нас закрыта. Остается. Подожди, кто шумит? Слушай, а это... А, вот, смотри. Это может быть подспорьем.
чем управлять, конечно, и было поудобнее. Хотя, в принципе, после... А, после чужого из-за АВП-2 мне уже ничего не страшно. Да нет, не тебя. Так. Где-то там. Ага, потерь не вижу. Хорошо. Ой, блин, как долго ты перезаряжаешься. Куда иду я вообще? Лежи пока. Сейчас ты встанешь, конечно, ничего. Я переживу. Эконом, давай. На помощь. У нас что? Бляха-муха, ты что творишь, урод? Ну, в принципе, ладно. Зато мы знаем, куда идти. Так, нам, видимо, сюда. Я надеюсь, по крайней мере. Британский флаг. С этим не надо воевать. Да, ну и видок у тебя. I keep hearing a voice whispering. То есть они в этом аду, они застряли на своей битве со времен Первой мировой. Вынуждены умирать, воскрешаться. Да. Надо сказать, не позавидуешь. Непрекращающаяся битва. С обеих сторон уже залатанные такие. Деревня свиней, Пиг Виллидж. Going that way, son, and I wouldn't fool about. I've seen things down there that would make grown men cry. If I were you, I'd get in there sharpish. Keep moving and don't look back, whatever you do. Блюк? Ну ладно. Стрелот крутой. Шаг назад. Да ни за что, блин. Из-за тебя убили мою Дженни. Ты не дал мне ничего сделать. Поднять. Странная серия получается. Надо отметить. Я бы даже сказал шизовая. There's no explanation for what's happened to me. Maybe this place isn't a place at all. Maybe it's a state of mind. I mean, I'm supposed to be dead. I remember you. I remember the gunshot. I think I'm in hell. Jaggy, go back or be lost forever. Worse than hell. Nothing can come of this. Turn away. Там еще одно дело. Чужие они все нас так пугают, что нас там спереди ждет. Nothing for you here. Здесь, говорит, для тебя ничего нет, а не ничего интересного. Пивочки. Young Estacado.
Кто меня ждет в церкви? В церкви? Кто меня ждет в церкви? Почему вы меня знаете? Что происходит? Где церковь? Офигеть. Джеки, was it? The old man's been expecting you. Твой старик? Какой нахрен старик? Я в приюте рос. Ну, то есть Джеки. Естественно. Закрыта какая-то средневековая деревушка такая. Нам сюда? Нет. Хорошо. Где церковь? Полевой госпиталь туда. Полевой госпиталь в церкви. Понятно. Так, ну вот оно, да? Lot of things you're not gonna understand, but you gotta trust me. Now that you've arrived, I think we're gonna find out what's happening here. Do I know you? My name is Tony Estacado. Okay, this is gonna sound weird, but I guess that I'm your great-great-grandfather. Нормально так. Прапрапрадедушка. What the hell is this place? Don't you see it? Everything happened here, Jackie. This is where it all began. That's why I'm back in this goddamn nightmare war. It's why we all are. I brought this darkness into our family. This is all my fault. О чем ты вообще? What do you know about the darkness? Do you know why it chose me? I don't know. It needs a host, I guess. I messed up, Jackie. I brought it into the family. I didn't realize it would do this to us. The darkness. What the hell is it? The darkness is a living thing. It's some kind of a creature, old as time. It passes down from generation to generation, making itself known on the firstborn male's 21st birthday. Понятно. 21 год проявляется у каждого члена этой семьи. Why did it bring me here? It needs its human host to stay alive. Somehow you broke the rules, Jackie. You died before your time. Darkness has to keep you here while it puts you back together. It won't allow you to die. Fuck. How do I stop this? And how do I get out? Listen, there might be a way to control it. I found out that a long time ago, one of the human hosts forged two special weapons that were used to control the darkness. Promise me, Jack. And you'll go find them. You gotta work out how to control this damn thing before it's too late. Нормальный подход. Так, что от нас требуется? Антони сказал пойти на холмы, найти человека на кресте и взять оружие, которое он держит. Пройти можно через туннель на обратной стороне моста в деревне. Так, что за письма, кстати говоря? Письма с фронта, возможно, вы могли бы отправить их, если бы нашелся почтовый ящик. В игре вы можете собирать письма, чтобы получать бонус. Hills, понятно. Я-то думал, это... Так, не туда, что ли? А нет, туда я пройти не могу. Я думал, это мы собираем очередные телефонные номера, но оказывается, это не так. Don't believe him.
Да я уж лучше ему поверю, чем тебе. Тварь ты эдакая. Так, куда я иду вообще? Офигеть. Блин, какая страшная. Страшно не тем, что может тебя накинуться, а просто смотреть страшнее. Офигеть. Уходим нафиг отсюда. Так, найти почтовый ящик, отнести эти письма. Ну, вообще, нам он туда похож, что ли? Да, он The Hill написан, то есть холм. Туда нам и нужно. Давайте сначала посмотрим. Поднять. Нет, поднять. А, подожди. Что-то вижу. Поднять. Беж. Так, ладно. Не буду я в этой воде тусовать. Алло, гараж, ты чё тормозишь? Так, ладно, ищем почтовый ящик, потом уходим отсюда. Почтовый ящик что-то я не вижу, честно говоря. С одной стороны печально, с другой да и пофиг, абсолютно. Да, почтовый ящик тут нет. Ладно, сейчас мы, пожалуй... Да что я говорю? В принципе, на этом мы завершим эту серию. В следующий отправимся на холмы, получим эти пушки и, надеюсь, вернемся в мир живых. Потому что я помню, что большая часть игры-то происходит, собственно, в мире людей, а не в аду. Да успокойся. Короче говоря, увидимся в следующей серии и будем выбираться из этого ада. И ничего этой тьмы не получится. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.